Хочу вас всех поприветствовать, добро пожаловать, спасибо, что пришли. Игроки тоже готовятся к этой игре. Мы уже тренируемся с командой 5 дней, 5 тренировок, это наша вторая игра. Вы, конечно, знаете, что самое главное ожидание и самая главная наша радость – это вкушение предстоящего матча. И особенно это специальная игра, особенная игра, игра в Лиге Европы. У нас хорошее предвкушение перед игрой, мы хорошо подготовились к этой игре. Знаем, что Галатасарай сейчас лидирует в таблице. Мы будем завтра играть с лидером таблицы. И мы отдаем себе отчет важности завтрашней игры. Ну, мы ждем. Сложная игра, конечно. Но, как главный сказал, мы очень хорошо готовились к этому игру. Мы знаем, что это насколько важно, потому что если мы хотим бороться, пройти дальше в этом Лиге Европы, мы должны брать эти очки на завтра. И, конечно, это наша цель, и мы настроить на эту победу. Конечно, мы очень основательно готовились к этому сопернику и готовимся. Мы знаем главного тренера, у меня была возможность уже с ним встретиться, и знаем, что это очень такой прославленный, популярный тренер. Тренер Лис. В Германии так бы его назвали, тренер Лис. И виден его почерк. В игре команды явно прослеживается почерк главного тренера. Тактически команда играет очень дисциплинированно, показывает хороший футбол. Также они стараются оказывать давление на соперника и играют из-под давления. У них очень быстро игроки по краям, очень быстро убегают и опасно в контратаку. То есть он задаст нам несколько таких ребусов, теорем, которые нам надо будет решать. Конечно, у нас еще мало времени провели вместе, да, снова тренер, но, ну, конечно, другой совсем. У нас сейчас мы работаем больше на тактику, потому что тренер хочет свою методику привести к нам команда, и поэтому старается на максимальном на тактику, чтобы поставить свою методику в команду. Как обстоят дела со здоровьем Едвай и Мурило? И насколько вы довольны нынешней связкой центральных защитников Баринов и Павло? Вот эта связка центральных защитников, конечно, я соглашусь, что это было то решение, которое мы нашли в данной ситуации. Это именно спасительная связка, которая получилась из той ситуации, которую мы имеем. Вы знаете, что Бара – это, конечно, не прирожденный центральный защитник. Но он полностью отдался команде, пожертвовал собой в интересах команды и полностью отдается для того, чтобы закрыть эту брешь в командной игре. Я могу сказать, что ситуация с центральными защитниками у нас также остается в дальнейшем напряженной, но мы надеемся, что очень скоро поправится Тини, Двай поможет нам и в очень скором времени начнет играть. И что касается двух других игроков, которые вы упомянули, я надеюсь, что их восстановление будет очень коротким.